Всем привет, ребята! Сегодня мы делаем такого вот красивого дракона. Пока что имя не придумали, но будем делать. Заготовки свистей я сделала заранее. Поэтому, если вы тоже уже сделали, вы молодцы. А мы приступаем дальше. Берем два листка и складываем вместе вот так. И дальше рисуем само тело. Такая челюсть у нас получается. И носик такой. Рисуем. Теперь рисуем челюсть, которым он будет говорить. Вот как получилось, я еще сделала клыки. Рисуйте тоже. Ну а мы приступаем к следующему. И мы берем вот такие цвета фломастеров. Мы взяли свой второй, и мы раскрашиваем вот так. Вот так мы раскрашиваем. Раскрашивайте тоже. Типа у него раны такие. Рисуйте. Ну, а я беру 11-й и раскрашиваю носик. Вот так у меня получается. Теперь я вырезаю. Если вы тоже, то давайте. Вот так у меня получилось. Теперь я буду раскрашивать вторую часть. Вот так у меня получилось. Мы приступаем пока что к следующему этапу. Складываем один лист пополам, вот так. И мы берем наши две заготовленные челюсти. И смотрите, что делаем. Так у меня получилось. Такие две части у меня получились. Я уже их вырезала. Вторую часть раскрашивать их не нужно. Взяли следующий листок, сложили его так же. Я нарисовала такое ухо.